внешний фланг НАТО категорически более актуален, чем все остальные фланги. Потеря Турции означает для НАТО военно-политическую, геополитическую катастрофу. Ничего более для нас заманчивого, чем геополитическая катастрофа НАТО, быть не может. Это неоценимая вещь. Это сравнимо с победой в большой войне. Только полная капитуляция. Ну, это действительно сравнимо с победой в большой, там, не в мировой войне, не в глобальной, но в большой региональной войне. Ну, сравнить можно с любой региональной войной, которая в новейшее время, там, начиная с 17 века, в этом регионе происходила. Да? Это результат был бы фантастический, просто, я бы сказал, ошеломляющий. Да? То есть это ни с чем не сравнимая вещь. Я не очень уверен, что эффект будет именно такой радикальный. Но сама возможность такого эффекта создает совершенно иную конфигурацию отношений со всеми остальными игроками в регионе.